Самый радостный и долгожданный школьный праздник для каждого ученика – последний звонок. Он подводит черту очередного учебного года и всей школьной жизни для выпускников. Совсем скоро голова ребят будет забита экзаменами и поступлением в вузы. Ну а пока прощальная линейка, традиционный вальс под лиричную композицию и концертная программа. Во дворе эти лицея Казанского федерального университета собрались взволнованные школьники, радостные родители и грустные учителя. Вот-вот они отправят во взрослую жизнь ставших уже родными сердцу детей. Любого классного руководителя, учителя, выпуск детей – это всегда очень мероприятие и радостное, и грустное одновременно. Я был классным руководителем у своего класса на протяжении 5 лет, и вот сегодня такая торжественная минута расставания. Последний звонок лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета традиционно состоялся в культурно-спортивном комплексе «Уникс», где выпускники представили гостям концертную программу. Ее основой стала тема полета во взрослую жизнь. Поздравить 11-классников с этим знаменательным праздником пришло множество неравнодушных людей. Родители, друзья, профессорско-преподавательский состав Казанского университета и государственные деятели. Все они от начала и до конца проживали праздник уходящего детства вместе с выпускниками. Для всех, для нас праздник, а для вас особые события. Кто будет продолжать учиться, отдохнуть хорошенько, вернуться в эти пенаты, значит, стены вашего лицея, а те, кто, значит, закончил учебу в образовательных школах, сдать хорошенько экзамены и поступить в тот вуз, который вы сами выбрали. Надо очень-очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. А чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Вот вы набрали очень хороший темп, пожалуйста, не останавливайтесь, бегите еще быстрее. Школьники, предвкушающие наступление взрослой беззаботной жизни, поделились своими переживаниями, рассказами о подготовке к концерту и планами на будущее. Сегодня очень радостное волнение, потому что последний звонок. Все очень хорошо подготовлено, и мы готовились достаточно долго к всему этому мероприятию. В основном большая часть учеников планирует поступать в КФУ, на различные факультеты. Университетская школа Елабужского института КФУ также отметила последний звонок, что называется, с размахом. Десятки школьников, в том числе из Лисичанска, которые прибыли в Елабугу продолжить обучение из Луганской Народной Республики, шагнули в новую для себя жизнь, где больше не будет бесконечных, как казалось, уроков, родительских собраний, выездных мероприятий, выпечки в школьной столовой. Сегодня волнительный день для всех школьников и для меня, конечно, потому что последние дни, которые мы можем провести с ребятами, а дальше уже поступление. Я хочу поступить в Институт фундаментальной медицины и биологии в Казани. Думаю, поступлю, буду сдавать биологию, химию, русский язык. Нас преподаватели хорошо подготовили. Думаю, мне все получится. Спасибо всем, кто дал возможность доучиться 11 класс в Елабуге. Это безумные эмоции. Сегодня такой день, что переполняет эмоции. Сегодня все как с иголочки, сегодня все красиво наряжены. Сегодня танцуем вальс. И думаю, в дальнейшем мы встретимся в Казани, в университетах вместе и будем продолжать также хорошо, дружно учиться, работать. Общеобразовательная школа, гимназия или лицей – место, где все начинается и заканчивается. Традиционно конец мая – важный рубеж для сотен тысяч школьников по всей России. Главное – помнить. Дальше всегда лучше. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Никита Киншин, Универньюз.